Все. Был телевизор, нет телевизора. Значит, что полезного? Получается, на этой плате вообще все без названия. На этой плате полезные кнопки, на этой низкочастотные транзисторы с радиаторами, конденсаторы, потом маленькие низкочастотные маломощные транзисторы, наверное, с десяток. Так, здесь только конденсаторы. Так, здесь контура, какой-то кварц, еще не рассмотрел его, получается. Конденсаторы хорошие, но не подписанные, нужно мерить их чем-нибудь. Получается, дросселя хорошие, радиатор хороший, еще один дроссель хороший, конденсатор хороший, еще один дроссель хороший, мощные 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мощных резистора. Разъемы хорошие, конденсаторы хорошие, разъем хороший, эти тоже разъемы хорошие, ТДКС строчной развертки, вообще мощный очень сильно, 1, 2, 3 мощных дросселя классных, проволока хорошая и сердечники ферритовые хорошие, потом, ну это схема получается питания, которая была 220 вольт, эти все низковольтные, это высоковольтная получается. 1-2 хороших радиатора, хорошие конденсаторы электролитические, потом один мощный резистор, второй мощный резистор, третий маленький радиатор тоже хороший. Здесь целая куча конденсаторов, штук 30 транзисторов маломощных, не знаю какой частоты, еще не смотрел, нужно это все сначала отмыть. Потом селектор каналов, но там скорее всего очень маленькие компоненты мне не подойдут, но там очень высокочастотные хорошие транзисторы. Усилитель звука, я не знаю где в этом все находится, ну, короче, вот такая вот беда. Теперь нужно это все хорошо отмыть, потом наверное завтра это все распаять по деталям. Скорее всего этот 555 таймер тоже очень классная штука, давно искал. Вот. И, короче, потом это все распаивать, сортировать, подписывать. В общем, вот столько вот с такого вот большого телевизора. А вот два динамика крутых по 8 Ом, не написано сколько ватт. Но вот это все японский телевизор Panasonic. Вот такое у него тут. Panasonic цветной ТВ TC29GF30R 170 ватт. Здесь должен быть блок питания, вот это вот блок питания, а усилитель я что-то здесь не вижу, ни одной даже ТДАшки.